What is happiness for you? Вроде работает. Там красная вот такая точка, да? Да. Запись рекорд. И, по-моему, настроено, что меня видно сейчас, да? Да, я вижу. Ну вот. Если можно, чуть-чуть выше руки поднимать. Или, ну, либо шлем, еще чуть ниже. Так? Вот сейчас в центр. Вот сейчас будем делать микроперфоратор. Просто приходит тот микроперфоратор, допустим, там где-то еще шприцы. Я же не делаю их каждый день, но я делал один, у меня он есть и все. А снимать отдельно, делать еще один микроперфоратор, ну, мне не хочется, да. Просто вот если вот это мы делаем, то мы сейчас его сразу и снимем. Все штука нужная и хорошая. А так снимаете потом, разговор уже отдельно делаете, да? Нет. Или все я, делаю? Я всегда делаю, да, я делаю с одного дубля, потому что некогда. А нету времени там это все. Ну мне, скажем так, эти видео, ну уже назвался грибом называется, полезай в кошелку. Если уже начал делать там школу, то люди спрашивают, а как то сделать, а вот вы делали, а где это взять? Не легче видео показывать. Ну да, уже приходится. Я вот скайп, вот я говорил, что я... Скайп не люблю страшно, потому что люди звонят, они думают, что вот там я вот делаю видео, там, и мне нечем заняться, я сижу, только жду, и кто мне позвонит по скайпу, и что-то ему ответить. Да, и что-то ему пора. Вроде садишься на 5 минут, а получается. Да, получается полтора часа. А в это время, ну время что идет. Ну да. И... Так, 6 нам хватит. Сейчас мы посмотрим. Ну вообще, например, только так не до конца еще. Можно делать вообще. Полный набор уроков, например, и продать их как цельный урок, например, да? Ну я так и делаю. Да, но у вас еще нету, все абсолютно, еще нету весь видео, с начала до конца абсолютно все. А это невозможно сделать, их никогда и не будет. Невозможно, да? Я... Просто если бы, ну вот скажем так, если бы в этом был какой-то такой экономический смысл, чтобы я вот, например, там сделал эти видео, мог их там просто там продавать, но это нужно, это сложная работа, это нужно выделить какое-то время, это заниматься, а такого большого смысла там нет в этом. Поэтому вот делаю сейчас, например, перфоратор, вот с вами разговариваю, вот уже будет, это видео будет сделано и на этом будет все. А если вместо пробки взять что-нибудь такой же похожий материал, но побольше площадь, то есть... Да, однозначно, конечно. Экономия времени. Конечно. Просто вообще там с вашими талантами, это же можно, если... Вы нам идею дайте, да, если просто... вот идея, дело в том, что вот иголка лучше всего, потому что она имеет вот этот косой срез, да. И она будет... вот дай кусочек любой, ну, или вот мешка даже какого-то. Сейчас. Клапан получается. Нет, там были такие узенькие, сейчас где-то отрезки. А не рыться. Или прямо правда салфеточек не пойдет? Там были уже в пакете еще. От... Да, вот просто... А вот я ищу, они вот... У нас все вот так вот хаос пока. Пока даже малейшую. Фанасий, давай, когда будешь придешь туда, возьмешь за ножик новый. А вот они, вот нашел. И вот это нашел. Вот сейчас уже пришло время. Это подставка, на ней вы прокалываете. Да. Чтобы могла углубляться игла, понятно. Куда будет ходить. Вот, я специально взял вот. Да, и пенопласт, он именно вот этот размер, он нужен для вот для под этот размер там и фильтра и всего. То я просто, чтобы не искать, я уже взял. Да. И вот когда мы. Вот берем, например, вот этот фильтр, это уже готовая заготовочка. Она получается вот из той ширины, которую мы отрезали, вот. Угу. Вот то, что мы отрезали. Вот это получается сразу и фильтр. И вот мы его будем потом делать вот эти микроперфорации. И прокол делаем не дырку вот насквозь, потому что она после этого вот оставит у нас рваные вот такие большие дырочки. А микроперфорации мы делаем просто вот такой звук.
Вот этот звук, он, вот если втыкнуть, вот, будет видно, вот если втыкаем, да. Оно прокололо, но дырки сквозной не делает, оно просто делает такие полукругом такие клапаны. И получается этот клапан, он все-таки возможность дышать есть, но дырки самой нет. И получается, что воздух, движение как бы получается при повышении и снижении температуры, а прямых дырок нету для того, чтобы не попадала инфекция. Да. Ну и главное, чтобы настроить так, чтобы... Равномерно на одной линии. Да, чтобы длина вот этих вот иголок была одинаковой. Будем кушать, идти кушать сейчас? Завтра. У нас сейчас школа колбила завтра. Я не знаю, идем, если бил, то идем. Где-то я буду быстро там организовать. Сейчас закончим просто вот это, да. И... Теперь позвоняю в офис. Ну все равно сейчас брат и кушает. Иди лучше там и скажи отсюда, что это. По телефону. Что-то новое в этом времени не будет. Да, мы вот все, тогда сейчас закончим. Да, идем тогда назад. Она сидит, она не трогает. Угу. Да, в принципе, я могу пойти через минут 10. Все равно с вами завтракать. Да, это неспешно. Да, тут так красиво стало. Что, уже похоже на лабораторию, да, правда? Да, мне сам самой нравится, да. А там, наверное, еще красивее будет. Да, в смысле, вы потом это все перейдете. Там, да, там да? Если сделаем этот бокс под стеклом, и там эта ультрафиолетовая лампа, это будет так, да, тоже эффектно. Так, вымыть окна, так красиво. Даже одно вымыть, это все, оно уже... Меняет. Да. Так, чтобы длина была... Так, сейчас мы постараемся, чтобы эту длину сделать одинаковой, все иголки. На руку попробуйте. На руке попробуйте? Пружинка какая-то. Средняя пружинка там. Плотность пробки. Да, плотность пробки разная, и она вот уперлась, или сейчас провалится, или... Ну вот, приблизительно нам, по-моему, будет достаточно. Сейчас посмотрим, что у нас будет получаться. Чуть все равно неровно. Ну, действительно, такие микроперфорации получают. Вот видишь, ясно там на камере не видно. Видишь, вот такие, да. Как, полумесяцы. Получается такой маленький, малюсенький клапан. Вот здесь. Он вообще закрыт, но дырочка фактически есть. Вот и получается... То есть, вот эта пленочка, да, чтобы перекрывала. Она перекрывает как клапан. Вот получается микроперфорация. И делаем, допустим, если уже, ну, вот там настроили, делаем это приблизительно вот так вот, следующим образом. И там пошли. Там на фильтре оно будет чуть лучше держаться, не сам целлофан. Вот, смотрим. О, видишь? Красота. Mm-hmm. Вот это сделана хорошая такая микроперфорация на этом клапане. Вот. Отлично. Все, один, можно сказать, фильтр есть. Вот такое пока дело. Что-то я хотела сейчас добавить за этот фильтр. А, я хотел добавить вот такую штуку. Там... Вот у меня были... Это вообще такая длинная история, но поучительная. Про теорию танка. Вот когда изобрели танк, вот начали делать танк. Сделали там, допустим, металлическую жестяную коробку, начали там использовать где-то в военных действиях. Когда стреляет, например, снаряд или пуля, они пробивали эту жесть, ну и то есть толку от этого не было. Решили сделать... жесть на этих танках потолще.